В округе 206 заболевших и 273 выздоровевших за сутки. Регион все еще держится в десятке всероссийского рейтинга по суточному приросту новозаболевших. О других данных расскажем в нашем сюжете. 206 новых случаев COVID-19. Из них 48 среди вахтовых рабочих. Суточный прирост пришелся на Ноябрьск. Там коронавирус подтвердили у 34 человек. В Новом Уренгое новозаболевших 30 человек. Чуть меньше 20 в городах Таркасале, Салехард и Муравленко. 992 пациента госпитализированы с COVID-19. 21 в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом, 11 пациентов на ИВЛ. Количество выздоровевших на Ямале, по данным оперштаба, продолжает расти. За прошедшие сутки их число увеличилось на 273 и составило 3978 человек. В Новом Уренгое на госпитализации находится 256 человек в инфекционном отделении и 83 в госпитале на базе ПНД. В целом сводка заболевших в России остается стабильной. За сутки более 6000 заболевших. Прирост инфицированных плавно снижается. За весь период эпидемии в России коронавирусу оказались подвержены 759 203 человека. Из них 12 тысяч умерли. Более 539 тысяч вылечились. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и округе. Юлия Пегушна, Вера Баранова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.